Вопрос. Назовите дату начала Великой Отечественной войны. Нет, точно не помню. Великой Отечественной войны — это 9 мая 1942 года. Дату не помню. А, у меня чтобы подколоть, да? 22 июня, по-моему. Если я не помню, не ошибаюсь. Зинаида Томасик, 83 года. Я, значит, говорю, что у меня медаль за оборону Ленинграда есть. Ну, хотел похвастаться. Это только показуха. Вот мы сделали медаль, пожалуйста. Мария Большакова, 105 лет. Честно вам скажу, ну не рассказать. Никак, я и вам не смогу рассказать то, что пережили. Так это все уже как-то наскучило. Ну вот мы прошли по истории, ну и слава богу. Не надо уже больше информации. Софья Друзь, 90 лет. Как было трудно все, чтобы вы сейчас могли хорошо так жить. А с другой стороны, а если мы не будем жить, тогда за что они отдавали? Вот мне страшно иногда смотреть на наше поколение, которое пошло после нас, мне еще страшнее. Директива 1601 от 22 сентября 1941 года. Первое. Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. Второе. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять с землей. Третье. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты. Я уничтожу этот город. Он никогда не возродится. Его уже нет. Нет! 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 Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечной надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют, где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Шаг, и это шаг.
горит очаг, как вечный знак. Девчонка руки протянула и головой на край стола. Сначала думали, уснула, а оказалось, умерла. Никто не обронил ни слова, лишь хрипло сквозь метельный стон учитель выдавил, что снова уроки после похорон. Блокада, далеко как это слово от наших с вами мирных дней. Произношу его и вижу снова голодных, умирающих детей. Как опустели целые кварталы, и как трамваи мерзли на пути. И матерей, которые не в силах своих детей на кладбище вести. Брата рано умершего отца. Самый младший была Таня.
было 12 лет. Веселая, жизнерадостная девочка, общая любимица. Савичевы были очень дружной семьей. И когда пришла беда, они решили никуда не уезжать из родного города и быть вместе. Но они не могли себе представить, какие тяжелые испытания ждут их семью. До нас дошли 9 листков из дневника Тани. Детская рука с трудом выводила слова. Таня была настолько замучена, что ничего не чувствовала. Таня просто записывала реальные факты своей жизни. Страшная хроника тех блокадных дней. В ноябре голод унес 11 тысяч человеческих жизней. В декабре – 53 тысячи. В январе – 72 тысячи. В феврале – 83 тысячи. В марте – свыше 110 тысяч жизней ленинградцев. С первыми теплыми днями весны 1942 года под растаявшим снегом нашли еще около 13 тысяч трупов.
минута молчания. Самая длинная минута праздника. В ней не 60 секунд. В ней навсегда 900 страшных блокадных дней. В ней навсегда сотни тысяч героических защитников и мирных жителей Ленинграда. Минута молчания. Она освещена огнем боев и огнем салютов. Самая тихая минута праздника. Самая грустная минута праздника. И самая гордая минута праздника. Минута молчания. Все меньше остается защитников Ленинграда, но живы дети блокады. Не было, и дай бог, никогда больше не будет на земле детей, которым придется пережить все то, что пережили эти дети. Минута молчания. Блокадники вспомнят родных, близких, друзей, которые покоятся в братских могилах Пискаревского, Серафимовского, Богословского и других кладбищ города. А в нас, вместе с нашими сердцами, пусть всегда стучит ленинградский метроном, и звук его будет слышен всем последующим поколениям. Минута молчания.